Здравствуйте, друзья! Поздравляю вас с очередным праздником, шуточным, веселым. Вот, но иногда он вызывает не смех, а слезы. Хотя 1 апреля мы должны только смеяться, смеяться над собой, подшучивать. Но огромное количество сайтов, огромное количество людей втянуты в огромную гигантскую лохотрон под названием саженцы для наших российских садов. Вот. Результат такой, что сейчас уже у многих, кто меня слышит, вместо того, чтобы посмеяться, улыбнуться, когда я вас поздравляю с 1 апреля, это просто грустный день, потому что пришло время садить, и садить будем, наверное, смерть 90-95%. Процентов деревьев. Вот. И сейчас я приведу яркий пример. Я не болтун. Совершенно еще не болтун. Поехали. Вот это вот, видите, написано, Абаза — шаг вперед, два назад. Абаза — это город в горах, в Саянских горах. Там маленькая долинка, где есть своеобразный микроклимат, может, не такой страшный ветер, как в степи. И это дает возможность выращивать деревья, хотя это чистая кондовая Сибирь. Бррр. Каждый год 40 и за 40. Но все-таки желание вырастить сад было еще недавно даже у предпринимателей. Вот. И вы сейчас окунетесь, эта статья уже давно напечатана. Видите, обращение главного редактора напечатано вместе с фотографиями. С горькой иронией моей, и получилось так, что время прошло, все забыто, и изменилась еще одна вещь. Я еще застал, сколько же лет прошло, 10, наверное, я еще застал время, когда отечественные плодопитомники продавали отечественные саженцы, но такую дрянь, вот, и так поехали. Сейчас я это озвучу. Многим больше нравится воспринимать на слух. У многих телефоны, на которых такой мелкий шрифт, что остается только перевести на звуковой язык. Поехали. Здравствуйте, уважаемый главный редактор. Это я пишу. Высылаю вам новую статью об отечественном предпринимателе и его не совсем удачном промышленном саде. А если говорить точнее, это совсем неудача. Получилась невольная, ненавязчивая реклама. И о плохом, и о хорошем. Но признайтесь, много ли мы с вами знаем примеры производства именно своей местной продукции, да еще из леса? А из наших сибирских промышленных садов, наверное, никогда. А тут кричащий пример. А сам предприниматель, я с ним познакомлюсь ниже, стал жертвой тех распространенных, но смертельно опасных для сада агроприемов. И он, не поверите, разрешил все, и даже самое плохое, что произошло в его садовой жизни, рассказать всему свету. ВК «Железо». Вот. По совместительству я являюсь строителем, производителем лучшего сибирского сада, а по качеству плодов лучшего в России и даже за ее пределами. Примечание. Рассказываю все как есть, но не решаюсь назвать по имени плодопитомники, которые подставили начинающего садовода. Итак, Абаза — шаг вперед, два назад. Сейчас я это делаю часто, я прошу прощения тех, кто меня уже видел. Я вынужден возвращаться и показывать то, чего не может быть никогда, но оно почему-то не нарисовано. Вот. В отличие от сотен других сайтов. Нарисует и подсовывают всякую дрянь. Так вот, вот эта фотогалерея, это мой официальный сайт. Набирайте русскими словами сайт садовода Железова в поисковике, например, в Яндексе. И вы оказываетесь вот здесь вот. Это к тому, что я с высоты своего нынешнего положения, ну, уже 10 лет назад, я был настолько популярен, вот, что произошло то, что я вам расскажу ниже. Это то, что в течение нескольких лет создано.
Я не шучу, это Сибирь. Это Сибирь, это персики, это шелковица, это черешня, крупноплодные абрикосы, сладчайшая груша. Этого не может быть никогда. Вот сейчас ущипните себя, и окажется, что у вас на экране растут сибирские ранетки. Посмотрели, да? Дает мне это право на иронию, на такой, назовем ее, менторский тон. Пошли дальше. Итак, статья называется «Базар. Шаг вперед, два назад». Друзья, наверное, как вы, как я, разочарованы телепередачей Федерального канала «Культура» из моего сада в деревне Красноход Шушинского района. Внешне все выглядело по-настоящему. Представляете, в Москву приехали и сказали, вот сейчас такая знаменитость, что мы приехали снять у вас фильм. 4 часа непрерывных съемок. Снимали, это у меня, экзотические для Сибири плоды. Задавали вопросы по агротехнике и состоянию дел садоводства в целом. Ну, а я был в ударе. Отвечал и разъяснял. Ведь это был пока единственный шанс рассказать всей России о том, что все же есть выход из тупика, в котором оказалось практическое и дачное садоводство, основанное на губительнейших агроприемах. Получил удар под дых. На экранах телевизора всего несколько минут из добрейшего заснятого материала. Куда они одевали остальное, все это? Все это сенсацию мировую, эту Нобелевскую премию фактически. Как могло так случиться? Кто им это запретил произносить слово «сенсация мировая» и прочее? Кто? Ведь хотели же, хотели. Вот. И вот получается так, моя ирония. А ведь приезжали люди из Москвы, называющие себя журналистами, и спокойно прошли мимо сенсации мирового значения, при том, что при съемках не преминули мне заметить, что у телеканала «Культура» очень низкий рейтинг. А далее, кстати, статья 10 лет назад, так что, если еще не уничтожили заснятый материал, то непременно уничтожат. Конечно, уничтожили, или он давно в архиве не найдешь. Так вот, смотрите, еще раз. Продолжаю. А ведь я, предчувствуя подобное, при расставании со съемочной группой пытался убедить журналистов, что садоводство тоже культура. Тоже культура. И все заснятое уникальный материал для возможной передачи аналога очевидного невероятного. Вот. Я до сих пор понять не могу, как в саду, который ломился от вот, все, что вы видели выше, на мне на этом, на фотогалерее. Как это? Кто? Почему? Кто где-то обрезал? Ведь это же сенсация. Ведь, представляете, они, это я, крик души, журналисты, да, отношение добрейшее. Стоят, естественно, коньяк, это, кстати, нет, этого не говорю, не было никакого коньяка, не было, но фрукты были. Вот. То есть был коньяк. Ну, будем считать, что не было. Но фрукты были. Разговор такой нормальный. Люди ошарашены. Вот. Я говорю, ну, пожалуйста, представьте это все. А они говорят, у нас рейтинг низкий. А я им говорю, а представьте себе, что это мировая сенсация. Появляются эти, как они заранее, когда это оповещают, забыл, анонсы или что. Вот. А там написано... Вот, такого-то числа, мировая сенсация, мы открыли уникальный сад в Сибири, он не замерзает на 40 градусов морозе. Да, вот, там плоды без отравы, там нет ядов, там нет это самое, вот, никакой губительной техники. Смотрите, вы да, каждый день, неделю дать, чтобы люди это ждали. Ох, осталось 5 дней до передачи, ох, уже 3 дня, ой, не забыть, не пропустить. Чтобы все зрители постепенно, а вы слышали, сейчас сенсация будет соседу, выключать этот первый канал, там уже смотреть нечего. Вот, давайте это самое, культура такого-то числа. И вот представьте себе, все бы это увидели. Вот это было бы да. И тут же, куда бы делись ученые, чиновники бы их заставили ехать в железо учиться. Вот это крик души. Кто-то им это обрезал все это. Потому что нет у них Тимирязевки мои фотографии, в сотнях сайтах мои фотографии, вот. Тимирязевка говорит, это крик души продолжается. Тимирязевка так преподносит, знаете,
Значит, недавно был разговор, спор там от это самое, от их плодопитомника. На вопрос отвечает агроном, и мой друг Павел Троценко, он же мой, как бы, редактор моей книги «Рисконсы», все-все-все, вот, он его все-таки прижал и выдавил его слова. Нет, у нас абрикосы не плодоносят. А ему вопрос задают, а откуда тогда эти саженцы, если абрикосов нет, косочек нет. И вот это вот день дурака, который сегодня... Представляете, сегодня день дурака, об этом только стоит говорить. Это как раз, а нас всех сделали дураками. Я вот рассуждаю, сижу, думаю, да что ж это такое, это даже не дурачество, колдовство, колдовство. Урожая нет, косточек нет, а саженцы выращивать должны из косточек, я ничего не путаю. Саженцы абрикоса должны расти из косточек. Другого пока не придумали. Укоренение веток, а это абрикосы, не идет. Как? И это на всю страну, и это Тимирязевская академия. И она до сих пор, хотя я выставил дураками еще даже не 1 апреля, а в обычный день, вот, фактически мошенничество, вот, попались за руку, что продают неизвестно где добытые эти дровишки, и Тимирязевская академия молчит. А ее и так закрывают. А ведь можно было бы тут же, Валерий Константинович, давайте это самое, командировку заплатим, грант дадим вам, вашему сыну, садоводу. Быстро засаживаем Тимирязевку настоящими вот этими вот сортами. Не те, которые не плодоносят. А там вообще их, по-моему, нету, этих абрикосов. Так и не показали. Вот. И потом, когда ее очередная попытка будет закрыть Тимирязевку, жирнючая земля посреди Москвы, миллиарды стоит, а попробуйте пустить бульдозер, еще раз на секунду, а попробуйте пустить бульдозер вот поэтому. Попробуйте, а? Где студенты уже учат настоящее садоводство. Вот после такого длинного вступления мы читаем дальше. Высказался, потому что обида лютая, жизнь прожита зря. Знаете, как я еще это самое, как я еще, моя любимая анекдот. Внимание, только не это самое. Держите за стулья. Посмотрела бабушка порнофильм и воскликнула. Жизнь прожита зря. Вот, посмотрели вот это вот. Они не смотрят. И причем две выпускницы Тимирязевки, назвав себя кандидатами наук, сказали, нам это не интересно. Сами, а это неинтересно, представляете? Они не хотят, чтобы и дети росли в таких садах. Ну, не хотят, чтобы наши дети росли. Выпускники Тимирязевки не умеют ничего делать вообще. Представьте себе, дают там миллионы рублей или долларов, говорят, давайте вырастите это где-то в средней полосе, в Подмосковье. Вот. Загубят все, а у них это принято. Уничтожать деревья, это стало, кстати, нашей уже национальной традицией, национальной. Почему? Вся литература, все фильмы, все вот эти самые, как у них, все надо уничтожить, все ветки уничтожать. Вот, а я только один раз говорю, вот представим себе, что попробуйте вы обрезку эту сделать посреди лета, вот так. Не зимой, когда голая, это моя любимая козырь. Не зимой, когда голые ветки беззащитны, их надо якобы проредить, да? Вот. Сейчас найдем погуще. Что их надо проредить? Вот эти ветки все должны быть уничтожены. Они не имеют права расти вниз. Представляете? Черешня в Сибири. Незамерзающая. Невозможно. Невероятно. Одна из мировых сенсаций. Только по каждому виду Нобелевскую премию можно делать. Я уж не говорю, на это можно сделать несколько десятков диссертаций. Не липовых, когда только бумагу перевели, в архив ее сунули, и ничего не изменилось. Вот. Это у меня таких фотографий сотни. Уж не удивляйтесь. Черешня в Сибири. Но это ладно. Вот. Вовсе вишня для нас это примерно как у вас этот самый пасорняк. Потому что мы ее не калечим.
Шелковица. Ну все, хватит, а то, может быть, у кого-то будет от безвалидола и какое-то это сердцебиение. Ну что, будем учиться? А учиться мы будем вот на этом отрицательном примере. Но это надо, надо, надо. Так. Итак, Москва. Кто-то запретил, заткнул рот журналистам. Никакой сенсации. Сибири, потратив деньги. И как было телеканал «Культура», как они сказали, низкий рейтинг. Это они сказали. Так и осталось. А какая могла быть это? Ну тогда возник бы вопрос. А почему этого нет у науки? Вопрос бы возник. Наверное, поэтому. А у них еще, наверное, есть типа там зам главного редактора или директора телеканала по науке. И он сказал, вы куда ездили? Вы что, врете? Вы, наверное, в Крыму снимали. Вот. Или в Сочи. Кстати, в Сочи нет абрикосов. В Крыму все деградировало. Крымчане привозят саженцы на продажу. Вот. Из Молдавии, Польши, из Италии. И дальше рассылают по России. Все это тысяча из тысячи, миллион из миллиона умирает. Вот вам и присоединили Крым. А толку? Не сами вырастить не могут. И подсовывают всякую дрянь. Это мы проходили в других материалах. А дальше по делу. И я высказался, пойдем почитаем по-настоящему. Итак, телеканал «Культура», пшик. А время идет, но проблем не становится меньше. Причем лично у меня они какие-то специфические. Итак, по порядку. Поздней осенью получил приглашение из горного города Абаза от предпринимателя Дементьева Василия Филипповича. Видите, полностью, я еще спрашивал, будем вас позорить? Он сказал, будем. Другим пусть неповадно будет. Отказываться не умею, а тут такой интересный случай. Впервые в повседневной практике развала и уничтожения промышленных садов, а я же знаю много, услышал такую весть. Мол, приезжайте, познакомлюсь со своим садом 8Г и производством из диких и садовых ягод прохладительных напитков. Заплачу гонорар, а вы мне поможете решить садовые проблемы, так как не все благополучно в саду. Естественно, от гонорара отказываюсь. Ну, меня туда посадили в машину. И умирает любопытство, еду за 200 километров знакомиться с удивительным человеком, создателем эффективного абазинского промыслового хозяйства. Василий Филиппович Дементьев, вот его это самое, как-то, имейл называется. Вот. Ну, тут получалось так. Благодарность за гостиницу, за это самое, за рыбалку, устроенную для меня, за то, что отвезли, привезли. Я немножко про его сад, потом вы это прочтете, про то, что касается... Да, в принципе, нет, это и садоводство есть. Так вот, не будем ничего пропускать, ладно. Смотрите, вот. Ну, что касается кустарниковых ягод, жимлос, малина, смородина, облепиха, тут все благополучно. Дело в том, что у этих ягод есть одна особенность. Вот. Они настолько живучи, даже в Сибири высокий снег. Вот, если их сильно не калечить, то тогда они прекрасно могут расти и даже в промышленном саду. Но на этом сказка закончилась. Ну, вот он цех по производству. А знаете, почему я все-таки не пропускаю? Потому что это тоже дикая, страшная редкость, невероятная, редчайшая редкость. Вот готовая продукция. Вот. А тут еще и напитки из сверхвитаминной таежной продукции. Из брусники, голубики, клюквы и черники. И работа по ГОСТу, а не по тех условиям. Вода чистейшая, из скважины. Консерванты натуральные, из лимонной и сорбиновой кислоты. И развозится все это в Саяногорск, Абакан, Красноярск и даже Норильск. В наше время это похоже на чудо. На фоне Кока-Кол, которыми лучше бы прочищали канализационные трубы, а не травили наших детей. Так что, друзья, не сочтите эту статью заказной, рекламной. Тем более, что ни копейки я за командировку не взял. Просто страна должна знать своих героев. И вот с древовидными растениями, и в первую очередь с яблонями, у Василия Филипповича не заладилось.
выписывал тысячи саженцев из всех известных питомников. Внимание, это важнейший момент, особенно в день дурака, в день смеха. Хотел даже в самый дальний и раскрученный он, Василий, съездить лично и вывести свежайшие, не жалея денег и времени. Кстати, он предприниматель, он был директором параллельно еще и завода, вот, а значит, смог позволить себе взять это, и съездить через полсибири. К сожалению, то, что ему не разрешили приехать и предложили только пересылку в почтовых посылках. Вы представляете разницу между выкопанными, облюбованными и посылках? Вы сейчас увидите, вам тоже придется валидол пить, не только ему. Его не насторожило, не насторожило. И вот потребовалась от меня уже реанимация. Ну, а я, в свою очередь, с опозданием для сада, вынужден был объяснить, что лечить деревья можно и отчасти оживить, но полноценными они уже никогда не будут. Никогда. При закладке такого большого сада лучше бы сразу все делать правильно. И тут было не выполнено мое главное требование к большим и маленьким садам. Выращивание только на месте, с исключением пересадок. Вот. Ну, дальше подзаголовок. Нет пророка в своем отечестве. С удивлением услышал от земляка-предпринимателя, что он понятия не имел ни обо мне, 200 километров, ни о моей северной технологии, лучший сад в Сибири. Пока недавно не купил нашу скурдёвую книгу «Умный сад. Как перехитрить климат». Сибирь – граница не жизни плодовых растений, а выживания. Мои опасения до поездки в горный район сбылись сразу. Еще и северный склон, и подземная вода далековато, 17 метров. Вроде бы и хорошо, что горы, ураганных ветров нет, но в данном случае мы не прибавляем, к примеру, 15 градусов, желательно южного склона. Ну, хорошо бы еще и западного. А отнимаем. Значит, северный склон не принимает минимум четвертой части от возможного тепла и летом, и зимой. Северный склон. И вот началась работа, где садового доктора, а где патологоанатома. Я выдернул саженец, да, там... Тут такая проблема, когда вы видите летом, осенью, пока еще листья не опали, что на таком саженце примерно 20 листьев, это инвалид, который больше никогда ничего не даст. Все. Посадили без обрезки, посадили какую-то дрянь. Вот, может быть, лишний раз не полили. Я убедился, бригада ух работала за двух, а то и вообще ничего не делала. А то, что будет ниже, вызовет даже у вас шок, даже у новичков, которые, в принципе, ничего не знают, но поймут. А что там понимать? Вот. Вот это началась реанимация. Удивило меня желание Василия Филипповича много делать своими руками, имея целый штат работников и даже садовода, имеется в виду агронома, и пчеловода. Знаете, что он сделал сам? Значит, прочитав какую-то идиотскую книгу раскрученного автора, толстую книгу, он прям брал ее, листал, и будет, все буду делать, у меня будет сад. Он взял нож и лично эти тысячи саженцев резал вдоль, называется бороздование. Зачем? По теории это означает, что когда-то с какого-то года на дереве появятся трещины. Кстати, эти трещины, естественно, это они настолько естественны, что они и должны быть, подчеркиваю, не лишние, не калечение, а естественно, они должны быть и будут, и всегда, и сами заживляют. А какой-то идиот 100 или 200 лет назад, потом пошли тысячи последователей, самое страшное, авторов, распространили на всю страну, на все СНГ, что нужно заранее искалечить дерево, чтобы на нем была борозда, предшественница будущих тресканий. Вот этот идиотизм привел к тому, что деревья у него еще больше ослабели. Вот это было. И, вот. И он это делал, он тоже как бы садовод, любитель, книгу открыл, увидел борозду и давай сам
своим острым ножом, раз, покажу ниже. Удивило меня желание, много дел своими руками. Вот он своими руками уничтожал. Далее о хороших делах, плавно перекающих плохие, из-за излишней, на мой взгляд, начитанности романтика и прагматика в одном лице. И вот мне пришлось выдергивать один за другим неполноценные саженцы и успокаивать садовода в кавычках. Все равно эти саженцы не жильцы и только занимают место. Теперь рассмотрим как можно подробнее, как нельзя выращивать сад. На что я получил разрешение любезного хозяина сада и кучу фотографий для иллюстрации, сделанных им самим, не поверите? Для нашей не очень приятной для него статьи в «Фазенде». Так пусть этот сад будет последним неудачным в Сибири примером частично выброшенных денег и того, что надо полностью уходить от традиционного садоводства, пришедшего с юга и ведущего в никуда к отравленному импорту. Вот. Так, друзья, у меня получасовые съемки, потому что вот сейчас отключится видеокамера. И потом, когда включим, пусть это будет уже следующая серия, серия номер 2. По той простой причине, что очень люди, когда-то я снимал по 3-4 часа на одном дыхании, но получал жалобы, мы не можем столько одолеть за раз. Вот. Я начал делать по 20-30 минут. Вот первый, вот один из таких примеров. Видите, дальше пойдет полив, вот, и так далее. И полив тоже бывает смертельный. Да, я вот это докажу. Поэтому следующая серия начнется со слова «полив». Так, я надеюсь, я не сильно вас утомил. Я очень хочу, чтобы это был последний в Сибири промышленный сад, сделанный по традиционной технологии. Вот, хотя вся Сибирь должна стать сплошным райским садом. Должна, но пока, наоборот, идет регрессия. В Сибирь завезена страшная инфекционная болезнь. Уже не то, что мы называем там черный рак, там это грибное заболевание, а бактериальный рак. Это мы назвали его так, потому что наука не вмешивается, ей по барабану. Вот, причину не нашли, противоядия не нашли. Вот, в центре Сибири, Красноярский край и Хакасия уничтожены этим миллионы деревьев. По моим прикидкам, из каждых 190, с каждых 100. Вот. А вот такие вещи, да, вот, я уверен, не знаю, ой, как жалко, Василий Филиппович умер, вот, связь прекратилась, и что там делается, мы не знаем, если этот сад тоже уничтожен этим бактериальным раком, не удивлюсь, просто вот все, кто его окружал, это люди абсолютно равнодушные, знаете, никогда не это самое, когда у человека руки в карманах, это совсем другой мир. Так, ну что, расстаемся. Сейчас заканчиваю и снова начинаю. Это будет серия номер 2. Вот, как мы ее назовем? Да здравствуй, день дурака, еще не придумал. Вот. Все, отключаюсь и до следующей серии.